Иди сюда, спросим у женщин. Мы что, вот так просто спросим, не знают ли они бегем? Добрый день, девушки, Бог в помощь. Спасибо. Спасибо. Помните меня? Я внук Мехмета. Сын Хидаята? Да-да, сын Хидаята. Мы тут просто гуляем, смотрим окрестности. Эти бобы не то, что раньше. Ставишь их вариться, они просто тают на глазах. Все вокруг только хуже, сынок. Все меняется. Но вы все еще та же тетушка. Чего ты там стоишь, милая? Присядь тоже. Она иностранка, тетушка. Вот вожу ее тут. Она по-нашему не говорит. По платью сразу видно. Как можно в таком виде тут разгуливать? Они не понимают, тетушка, они там все такие. Зато какая красавица блондинка. Да ладно тебе, наши девушки красивее. Она просто размалеванная. Вы правы, тетушки. Наши девушки куда краше. Кстати, о наших девушках. Вы не видели Бегюм? Бегюм. Бегюм. Они не знают, они не знают. Не знают. Мы не знаем. Нет, Бегюм, нет. Мы не знаем. Нет, Бегюм. Да, Юсуф, мы продолжаем обходить все четные дома. Давай на связи. Ты постоянно надо мной издеваешься. Зачем меня назвал туристкой? Твой ледяной взгляд напоминает мне северян. Что ж поделать? Ой, очень смешно. Если серьезно, я это сказал, чтобы ты все не испортила. Что, прости? Я не профессиональный лжец, как ты, но и не идиотка. Я бы ничего не испортила. Отлично. В следующий раз поучаствуешь, и мне не придется врать. Что это вы тут делаете? Да. Что мы тут делаем? Мы влюбленные, ну вы понимаете? Что понимаю? Чем занимаются влюбленные? Что вы хотите сказать, девушка? Ты что, смерти нашей хочешь? Бежим, 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 бежим! Ах, вы бесстыжие! Простите, простите! Устроили тут в моем саду вертеп! Ни стыда, ни совести нет, мерзавцы! Браво! Ничего лучше не придумала. Это ж надо было такое ляпнуть. А тебе, значит, можно? Да. Ты же буквально сказала, что мы развлекались в ее саду. Но она ничего не понимает в любви. Послушай, ради бога, позволь мне врать в следующий раз, хорошо? В следующий раз? Да. Юсуф звонит. Надеюсь, он ее нашел. Да, Юсуф? Дай же мне привыкнуть к этой мысли, что в руках чужих ты. Потуши пожар во мне ты. Стой, останься в моей жизни. Браво! Браво! Спасибо большое. Спасибо. Чудесно поешь. Заказы не принимаем. Я и не заказывать пришел. В баре сказали, что ты здесь. Я тебя искал. Бегем. Мы пришли сюда ради тебя. Бояться нечего, мы лишь хотим поговорить. Бегем, не молчи, пожалуйста. Молчание не выход. Цветочек, я все пойму. Она вправе не говорить, и мы должны уважать это. Разве этот парень не сделал тебя хоть немного счастливой? Ни одного хорошего воспоминания? Разве он не заслужил нормального расставания? Человек всегда хочет услышать, почему, особенно при расставании. А уйти, не попрощавшись, все равно, что оборвать на полуслове. Милая, не поступай так с нами. Бегем, послушай. Это твое личное дело. Мы примем любое твое решение. Мы здесь не за тем, чтобы вернуть тебя Юсуфу.
Мы лишь хотим услышать, что ты на самом деле о нем думаешь. Приятного аппетита. Спасибо. Прости, что заставил ждать. Это не важно. Кому чаю? Горячий чай. Ну так, думаю, ты сюда пришел не музыку слушать. Я должен перед тобой извиниться. Ты помог мне избежать тюрьмы. Спасибо. Я так и не понял, зачем ты это сделал. Но я не собирался помогать своему брату. Ты же не грабить туда пришел. Нет, клянусь. Совсем не грабить. Точнее... В общем, однажды кто-то пожаловался на наше кафе. Мы заподозрили в этом Тайлана. И я влез туда, чтобы что-нибудь найти. Что ж, в следующий раз найди более цивилизованный способ. Я должен извиниться еще раз. Я решил, что ты пристаешь к Севи. Прости, что ударил, мне очень жаль. Прости. Прости, пожалуйста. Забудь, это в прошлом. Еще кое-что. Севи очень дорога для всех нас. Мы ее очень любим. Прошу, не обижай ее, ладно? Я бы не смог. Даже если бы она не бросила меня. Как? Севи решила прекратить наши отношения. Так что кто еще кого обижает? Так значит, вы расстались? Я убеждаю себя, что это из-за брата. Но, может, она никогда и не любила меня. Я слишком давил на нее. Не знаю. Вот и все. Юсуф прав. Все было прекрасно, как во сне. Не знаю, может, я испугалась, что все слишком хорошо. Юсуф не виноват, это все мои тараканы. Я не хотела его ранить, но вышло, как вышло. Но почему ты не сказала Юсуфу? На самом деле я хотела, но доктор Любовь не позволил. Тайлан не стал бы вас так разлучать. Уверена, есть какое-то объяснение. Разве ты не видишь? Они любят друг друга. У них все было бы отлично, если бы он не влез. Никто не в силах влезть в крепкие отношения. Ты даже не знаешь, что такое настоящая любовь. Речь не обо мне. Это верно. Давайте сделаем так. Встретимся у нас в ресторане через 2 часа. Тайлана тоже позовем. Расставим все точки, прежде чем Бигюм пойдет на шоу. Хорошо, но согласится ли доктор? Он очень разозлится, услышав это. Нет же, Тайлан всегда за любовь. Уверена, он захочет исправить все, если в чем-то ошибся. Ладно. Идем в ресторан. Выложим все карты и посмотрим, что будет. Я пришел лишь потому, что ты настояла. Но я не понимаю, зачем все это? Тайлан, всего 5 минут, дорогой. Я хочу кое-что прояснить, и все. А еще я не понимаю, где ты виделась с этими людьми. О чем вы говорили? Это не важно. Их история меня поразила. Я хочу, чтобы ты послушал тоже. Бигюм и Юсуф скоро придут. Это все твоих рук дело, да, шеф? Ты снова стал совать свой нос во все вокруг?
Что бы я ни делал, это все во имя любви, но настоящая не как у тебя. Хочешь сделать свое шоу? Напомни, чтобы мы посмотрели. На каком оно канале? На канале самой жизни. В любое время дня. Милости прошу. В этот раз ты зашел слишком далеко, шеф. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Юсуф? Юсуф, где Бегюм? Спросите господина Тайлана. Спасибо, Мирза. Приятного аппетита. Благодарю. Султан. Чего? Султан. Вот дети 23 апреля один день играют в президента. А я, даже будучи взрослой, не могу один день побыть светской дамой. Султан, развейся немного. У нас с тобой есть одно очень срочное дело. Очень срочное. Гелендам, в президентском кресле не посидела. Так хочешь теперь кресло нашего старосты подогреть? Султан, хватит издеваться. Мы единственные поднялись по социальной лестнице в округе. Вмиг из крестьян стали феодалами. Мы не можем себе позволить откатиться назад. Этого нельзя допустить. Крестьяне — соль нации, Гелендам. Возьми и отнеси это. Но, султан, я уже похвасталась. Я не позволю этой неряхе Дьюрие и дури Ферген болтать обо мне всякое. Ясно. Ты не заткнешься. Ладно, скажи, Гелендам. Скажи уже, что хотела. Смотри сюда. Мы сейчас пойдем с тобой в это кафе, сделаем там селфи и отметим себя. Вот и все. Ты забыла уже, что случилось в последний раз, когда ты делала фото? Чем я там должна себя пометить? Я племенная корова, что ли? Султан, не пометить, а отметить. Смотри, мы пойдем в кафе, купим сладенького на 50 лир, сфоткаемся и выложим это в интернет. Ну, как будто мы всегда ходим в такие места, типа мы высший свет. Мы защитим имя и нашу репутацию. Я позабочусь об этом. И, в общем, мы такие с тобой две красотки. Да мы на один автобус потратим столько же, сколько на сладкое. Ах, да, мы же высший свет. Брось это, Гелендам, прошу тебя. Бери это и неси в зал. Пожалуйста. Благодарю. У нее тоже свои проблемы. Всевышний шлет нам их одну за другой. Военные и пенсионеры в ожидании завтрашней прибавки согласно трудовому договору. Рука помощи успешной бизнес-леди Физы Сайор была принята с благодарностью. Я начинаю кампанию поддержки женщин, у которых нет денег. Наш девиз – мы не одни. Что это, Физа? Можешь объяснить? Не торопись, братик, позже объясню. Увидев их, я приняла решение, что должна им помочь. Посмотрите на них. Какие смешные. И пока движение, начатое Физой Сайор, производит фурор... Эй, зачем ты выключил? И не стыдно тебе? Смеешься над ней так некрасиво. А почему в таком тоне, братик? Я проявила великодушие, несмотря на все, что они сделали, и протянула руку помощи. Что за бредовая идея с помощью, Физа? Почему я ничего не знаю? Я не собираюсь обсуждать с тобой каждый свой шаг. Мы создали фонд для поддержки женщин в бизнесе. И я включила в этот проект госпожу Султан в качестве жеста доброй воли. Разве это плохо? Поражаюсь тебе. Ты сама веришь в то, что говоришь? Или нет? Конечно, я верю, потому что все так и есть. Нас даже на телевидении вместе пригласили. А, ну теперь понятно, для чего все это. Молодец, Физа. Просто... умница. Наш план работает идеально. Жду от тебя дальнейших указаний. Вам что, плевать на всех? Вам плевать на нас? Вы использовали нас ради шоу. Юсуф, здесь гости. Бегюм еще утром держала меня за руку.
Я знаю, ты говорил с ней. Что ты ей наплел? Прошу, успокойтесь. Сказал, что она заслуживает большего? Жизнь длинная, найдешь мужа получше, да? Так ты сказал? Юсуф, тише, у нас клиенты. Слушайте, я понимаю, вы не можете принять расставание, но вы не можете говорить со мной в таком тоне. Следите за своей речью. Юсуф, говори спокойнее. Продолжай, мы слушаем тебя. Мы собирались оба прийти сюда, клянусь. Я убедил Бегюм, а потом ей кто-то позвонил, и она передумала. Я знаю, это ты звонил. 2 недели назад мы обсуждали с ней имя нашей будущей дочери. Мы решили назвать ее Масал. Так хотела Бегюм. Она сказала, что это сказочное имя. То, что надо для нас. Смотри. Видишь это? Видишь, это сделал я. Я выбил имя нашей дочери. Я хотел подарить ей это, когда буду... делать предложение. Ты видишь это? Что мне теперь с этим делать? Что делать? Скажи мне. Что? Так, пожалуйста, прошу вас. Тайлан, ты не мог натворить столько дел. Тайлан, это правда, что ты заставил Бегюм передумать? Объясни как-нибудь. Послушайте, он всех вас ввел в заблуждение. Посмотрите на его состояние. Кто знает, что он мог ей сказать и как напугать ее? С чего мне пугать ее? Вот чем ты занимаешься. Ты разлучаешь людей и говоришь им такое по отдельности. Так же ты поступил с брошенным женихом. Послушай, девушка, должно быть, с испугу сказала при тебе, что любит его, а потом сбежала при первой возможности. Сбежала? Серьезно? Вот так просто? В чем дело, шеф? А ты-то чего злишься? Это что, твоя девушка сбежала? Остановитесь здесь, пожалуйста. Простите, у меня нет с собой наличных. Ничего, если я поднимусь и принесу деньги. Конечно, идите. Так долго, милый. Такси ждет внизу. Дай мне немного денег. У меня совсем нет наличных с собой. И кредитка не сработала в магазине. У тебя какие-то проблемы с банком? Забирай. Поезжай на том же такси, куда хочешь. Ты пришла с этой сумкой, и с ней же уходи. А то, что у тебя на плече, это мой тебе подарок. Что это значит? Это значит, что все кончено. Ты с ума сошел, милый? Что за чушь? Надоела ты мне. Ты же не думала, что я всю жизнь на тебя потрачу. Все, конец. Не звони мне больше. Любовь моя. Ужин готов, дорогой. Ладно, давайте прекратим это, шеф. Смотрите, у нас же гости. Умоляю, ну стыдно же. Да, и если все успокоились, я хотела бы услышать Юсуфа. Да. Бегюм любила меня. Я ничего ей не сделал. Ты не заслуживаешь ее, Юсуф. Вы разные. У Бегюм совсем другие желания, и тебе их не понять. Я выполню любое ее желание. Нет, ты не в силах. Ты даже понять ее не можешь. Он даже не понимал, что она хочет расстаться. Тайлан, может, сперва выслушаешь его? Ты разлучил нас. Это твоих рук дело. Нет, твоих. Уверен, ты бы применял насилие, чтобы скрыть свою ущербность. Я обязан был защитить ее от тебя. С меня хватит. Хватит! Значит, один во всем виноват, да? По-твоему, только я виноват? Юсуф! Я всегда не прав. Не надо, Юсуф! На! Хватит, с меня достаточно. Успокойся. Оставь меня. Успокойся. Отпусти меня. Отпусти. Возьми себя в руки. Отпусти. Успокойся. Отпусти, он убил меня. Тише, тише. Он забрал у меня мой цветочек. Ладно, соберись, хорошо? Мне конец, брат, мне конец. Все хорошо. Мне конец. Он забрал у меня мой цветочек. Мне конец. Мне конец.
Фират! Счет, пожалуйста. Одну минуту. В больницу, срочно. Клянусь, я не хотел, умоляю, прости меня. Прости, пожалуйста. Я в порядке, Юсуф. А ты соберись, иначе ничего не выйдет. У меня царапина. Ты что, Фират, тебе просто необходимо в больницу. Мне очень жаль. Юсуф. Ладно, Юсуф, успокойся, иди внутрь и приди в себя. Милая, он же сказал, что там царапина. Тайлан. Ладно, пусть они едут в больницу. Тебе туда зачем? Пойдем, нам нужно поговорить. Ты сам понимаешь, что говоришь? Я не оставлю Фирата одного в таком состоянии. Кандемир поедет с ним, дорогая. Зачем ты там нужна? Тайлан, ты правда думаешь, что совсем ни при чем? Твоей вины совсем в этом нет? А при чем тут я? Ты видела, он съехал с катушек. Дело целиком в нем. Тайлан, ты очень сильно меня удивил сегодня. Эти люди, в чьи жизни ты вмешался, их жизни изменились из-за твоих слов. И неужели ты не чувствуешь хоть какой-то ответственности за это? Задумайся об этом, потому что я уже задумалась. Поговорим позже. Ты не обязана была ехать. Ничего, провожу тебя до дома. До сих пор не верится во все это. Ты никогда мне не верила и сейчас не доверяешь. Когда я злюсь, могу переходить грань. То есть теперь ты мне доверяешь? Или все еще веришь только своему мужчине? Я уже вообще не понимаю, чему верить, а чему нет. Единственное, что я знаю, сегодня ранило не только тебя. И нас всех зацепило случившееся. Сыночек, Фират мой, ты в порядке? Не волнуйся, тетя, я в норме. Производственная травма. Ему уже лучше. Расскажи, что случилось. Ты что, подрался? Что стряслось? В чем дело? Говорю же, производственная травма, вот и все. Пойдем, отнесем лекарство. Поправляйся скорее, Фират. Да быть этого не может. Мама. Джейда. Мелис. Фигин. Фират. Ничего страшного, заживет. Сколько швов ему наложили? Нет, им было мало испытать мальчика деньгами, они решили испытать его кровью. Полегче, мам. Что полегче? Ты ей это скажи. Еще и в дом к нам явилась. Разве я не выгнала ее вчера? Султан, он точно подрался с этим доктором, вот что они скрывают. Хватит, Гюлиндам. А что? Скажи спасибо, что Фират никого не убил. Всевышний уберег. Другой бы этого доктора точно порешал. Спасибо, Всевышний, что вернул мне моего сына. И дай нам терпение. Она все же привезла его сюда, мам. Не забывай. Ладно, ладно. Султан, не делай резких движений. А то как бы впросак не попасть, знаешь ли. Молчи уже, Гюлиндам. Ну что там, Аргин? Ерунда, не волнуйся. Мы в кафе.
Ладно, идите. Хорошо. Не переживай. Ладно. Давай положу тебе под руку. Я на это не куплюсь. Вот, господин, это успокоит вас. Я не хочу успокаиваться. Наоборот, я хочу быть как разъяренный бык. Бык сосредоточен на цели и не видит ничего больше. Ничего! Что за цель, господин? Я прикончу этого шефа-самозванца. Не волнуйтесь, господин. Госпожа Бегюм будет в программе. Она в отеле, никуда отсюда не денется. Мы спасли программу, но что же случилось с нас? Ты сам вырыл себе могилу, шеф. Схватка с Тайланом дорого тебе обойдется. А что, если с мальчиком что-то случится? Что я скажу сестре на том свете? Хватит уже, султан! Наш Фират в порядке, Всевышний хранит его. Хватит! Да, мам, накручиваешь себя, а лучше бы радовалась. Поймете, когда сами матерями станете. И не забудь о том, что сказал доктор, ладно? Твой доктор не пожелал скорейшего выздоровления, злодей. Ты лучше о руке думай, а не об окружающих. И лекарства принимать не забывай. Кстати, а когда мне их принимать? Слушай, может, я головой ударился? А может, у меня и память нарушилась? Сейчас принесу воды и дам лекарства, а дальше сам как-нибудь. Ладно, идите уже в кафе и помогите ребятам. Идите. Нет, султан, мы не пойдем. А вдруг давление подскочит? Я в порядке, идите. Иди, милая. Нас, можно тебя на пару слов? Да, султан. Не знаю, как у тебя, но мое сердце не на месте. А что, если что-то случится с моим мальчиком? Мы тоже за него переживаем, но ничего не случится. Почему мой сын все время во что-то вляпывается? Почему он рискует ради тебя? Султан, я понимаю, вы очень расстроены. Не понимаешь. Бывают мечты, а бывают иллюзии. Ты напрасно сеешь семена надежды в сердце моего мальчика, милая. Я знаю, они никогда не взойдут. О чем вы говорите? Милая, ты помолвлена. Ты обещана другому. У тебя иной путь. Не сбивай моего сына с его пути. Послушай, я же не требую. Я умоляю тебя, как мать. Прошу, держись подальше от Фирата. Не сближайся с ним снова, ладно? Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp Fırat Karasu. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen?
oldum aşkına. Öyle düşman ki geri dön, beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki. Geri dön, beni sev, dön diyemem ki. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var? Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var? Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki. Geri dön, beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Ты не ушла. Ты со мной. Это что, чудо? Или сон? Это не сон. Я действительно здесь, разве не чувствуешь? Как же я мечтал об этом. Я тоже. Знаешь, сейчас я осознала. Но, видимо, уже поздно. Фират, мне так жаль. Прости меня за все. Не стоит. Давай лучше о чем-нибудь более приятном. Например? Например? О любви. Я люблю тебя. Я тоже. Я тоже тебя люблю. Закрой глаза. Не бойся. Я здесь. Я никуда не уйду. Мы дверь открытой оставили. Ого. А если вор пробрался? Есть там кто? Ой, а что, если он все ценности унес? Так, телевизор здесь? Да ладно тебе, Гюлендам. Ты уже заморачиваешься. В этом доме вообще есть что-то ценное?
Иногда Султан тоже права. Сама себя накручиваю, а потом сдуваюсь, как шарик. Только мозг перенапрягаю. Зачем я все это говорю? Всевышний! Асуман? Доброе утречко. Асуман? Горе мне! Что ты здесь делаешь? Горе мне! Горе мне! Султан! 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 Просыпайся! Султан, беда пришла! Султан, в дом заползла змея! Тайком! Султан, вставай! Севи, пока все спали в доме, произошла трагедия! Вы что там все? Султан! Спят все без задних ног! Как ты посмела сюда прийти? Как ты вошла вообще? Значит, это ты тут со мной всю ночь была? Конечно, это была я. Кто же еще? Позволь напомнить, я здесь не в первый раз. Вы оставили дверь открытой. И ты решила войти как вор? Это что за баул? Я вернулась к тебе, Фират. Ну, конечно. Не так быстро. Захотела – ушла, захотела – вернулась, так что ли? Но мне правда очень жаль. Прости за то, что так с тобой поступила. Умоляю, прости. Ты ведь сможешь? Фират! Прячься. Что? Быстро, быстро. Скорее прячься. Давай. Давай, в ванную. Что? Да в чем дело? Я не боюсь, Султан. Лучше бы боялась. Быстро, быстро. Что случилось? Что-то с Фератом? Хуже, дорогая, хуже. Сынок. Боевая тревога. Скорее беги, пока змея Асуман его не съела. Залезай, сиди тихо. Асуман. Где эта змеюка? Кто? Смотри мне в глаза, Фират. Не прячь ее. Где она? Да кто, тетя? Где она? Нет ее. Испарилась гадюка ползучая. Да что за гадюка-то? Я не понимаю. Ты точно ее видела? Тогда где же она? Султан, я нашла улику. Это чье? Мое. Это моя сумка. Я там белье храню, тетя. Что это? Тетя! Мам! Это мое, ну говорю же, мое! Там трусы мои, тетя, мои! Отойди. Ты что делаешь в моем доме? Ты чего здесь забыла? Тетя, постой! Ну-ка, прочь с дороги! Асуман! Лови ее! Все, поймала! Чем ты занималась с моим Фератом? Это ты ее позвал? Никого я не звал, тетя! О чем ты вообще? Смотри, она со всеми пожитками поселиться решила! Ну все, я убью тебя! Не надо, мама Султан! Не надо! Мама Султан? Что? Космы повыдергиваю. Ладно, тетя, хватит уже. Оставь ее. Иди сюда. Сядь и умолкни. А ну сюда иди. Хватит, тетя. Молчать всем. Молчать. Ты ее защищаешь, Фират? После всего, что ты пережил, ты ее защищаешь? Она бросила тебя у алтаря. У алтаря. Какой позор на нас всех. Ты, может, забыл? А я нет. Тетушка. Тетя, да ты-то куда? Фират даже руку распорол из-за этой нас. Точно, а мы через что прошли? Да? Что такое? Не знаю. Султан! Оп.
Что творится? Без понятия.